Здравствуйте! Дело идет к зиме. Самое актуальное сейчас – утепляться, поправлять здоровье и готовиться к встрече Нового года. Обо всем по порядку прямо сейчас в новом выпуске тележурнала «Апельсин». Когда появляется боль, мы пьем таблетку. Облегчаем состояние на время, но потом наше больное место снова дает о себе знать. Сегодня расскажем о методе, который позволяет искать причину недомоганий, а не лечить лишь последствия. Что такое прикладная кинезиология и как она помогает понимать тело человека? Смотрите прямо сейчас. Кинезиологи знают, наше тело никогда не врет. И они научились понимать его язык. Поиск реальной причины боли проводят с помощью специальной методики. Это так называемый мануально-мышечный тест. Ручку держим, я буду давить, вы сопротивляетесь. Держим ручку. Держим. Хорошо. Другую ручку. Держим. Ну вот у нас разный тонус получается. Видя рефлекторный ответ индикаторных мышц, специалист делает вывод, насколько правильно работают все системы организма. До сих пор мы руку лечили как болезнь чего? Руки, колено как болезнь коленного сустава, ключицу как болезнь ключичного сустава, головную боль. Назначали огромное количество обезболивающих, сосудорасширяющих препаратов. А ведь я хочу вам сказать, что это одна и та же проблема. И проблема связана с нестабильностью шеи. Когда кинезиолог находит истинную причину боли, устранить ее не составит большого труда. Мы определяем тот или иной вид дисфункции, а уже какими методами исправлять, это уже зависит от набора навыков, которыми владеет специалист. Мануальная терапия, остеопатия, массаж, иглорефлексотерапия, акупунктура, психоэмоциональная интеграция. Методика действительно способна творить чудеса. Она не только избавит от боли, но и улучшит координацию движения, укрепит нервную систему и даже расширит возможности мозга. Если вы хотите подробнее узнать, что такое кинезиология, и опробовать метод на себе, чтобы оздоровить весь организм, звоните по телефону 8 962 313 04 44. В одной из следующих программ мы расскажем, как кинезиология поможет избавиться от болезней внутренних органов, в частности, органов пищеварения. Гололед, снег, каша. В любых осенне-зимних дорожных условиях пешеход должен уверенно стоять на ногах. При этом обувь должна быть теплой и не терять внешнего вида при активной эксплуатации. Отправляемся за идеальной парой сапожек или ботинок прямо сейчас. В холодную уральскую погоду нельзя без надежной обуви. Сапоги или полусапожки, ботильоны или ботфорты на каблуке или на сплошной подошве. Моделей только демисезонной обуви не перечесть. Серость осени разбавят сапожки ярких цветов. Синий и бордо всегда в тренде. Универсальна и удобна обувь темных цветов. Она отлично вписывается в повседневный ансамбль. Завершит образ стильная сумка с теплой шапкой и палантином. В морозную стужу модницам также не придется выбирать между комфортом и красотой. В зимних моделях особое внимание уделяется качеству меха. Натуральная овчина, плотная, густая, надолго сохраняет и удерживает тепло. А в высоких моделях евромех, и нога выглядит стройнее даже в зимних сапогах. Есть и модели с широким голенищем, также на каблуке и без него, на сплошной подошве или танкетке. Тренд зимних новинок – цветной каблук. Производители из России, Германии, Турции, Швейцарии, Италии, Сербии, Черногории и Словении сегодня предлагают широкий ассортимент обуви зима-осень. Практически каждой модели всегда легко подобрать аксессуары – перчатки или сумочку нужного оттенка в коже или замше. За качественной современной обувью совсем не обязательно ехать в Европу. Все модели тщательно отбираются на всероссийских и международных выставках обуви у надежных производителей. Все эти новинки можно найти в магазине «Милан». Ассортимент обуви и аксессуаров здесь на самый изысканный вкус. Женские модели «Осень-зима», нарядные туфли для праздников и корпоративов, мужская обувь, обувь для спорта и отдыха. Только здесь большой выбор обуви маленьких размеров, начиная с 33-го. Придя в магазин, продавцы всегда предложат тебе новинки, и чтобы было и удобно, и качественно. За качеством по приемлемым ценам приходите в обувные магазины «Милан» на Ватутина 33 и в маленький уютный магазинчик на Ватутина 37 с внимательными и заботливыми консультантами.
Приятная предпраздничная суматоха начинается задолго до Нового года. Если вы рассчитываете скупить все подарки накануне 31 декабря, будьте готовы к тому, что кошелек опустеет. Зато если начнете приготовление заранее, сможете равномерно распределить траты на пару месяцев. Мы разузнали, куда уже завезли все необходимое для праздника. Как вписаться в праздничный бюджет? Начать приготовление к Новому году заранее. Ноябрь – самое время прикупить все необходимое для украшения квартиры и сервировки праздничного стола. Если 2019 год вы планируете встретить большой дружной компанией, запаситесь новыми красивыми тарелками. Их потребуется много, так как кушаний на новогоднем столе всегда полно, и посуду гостям придется менять часто. Нынче у нас новинка – тарелки из опалового стекла. Они очень ударопрочные, жаростойкие, ну и очень красивые в дизайне. Понадобятся и салатники, и супницы, и овальные продолговатые блюда для подачи рыбы. Эффектно на праздничном столе будет смотреться и квадратная посуда. Главное, чтобы она была в одном стиле. Нарядные тарелки и чашки могут стать отличным новогодним подарком. Столовый набор или чайный – это воплощение домашнего уюта, комфорта, тепла. Таким презентом непременно воспользуются во время тихого семейного ужина или обеда. Продумали вариант праздничной сервировки? Не забудьте и о декоре гостиной, где состоится застолье. Главный атрибут, конечно, пушистая елка. Если позволяет место, купите большую. А вот мини-елочки впишутся в любое небольшое пространство. Очаровательная альтернатива деревцу – декорированные ветки. А на них разноцветные шары, дождик, мишура или снежинки. Запаситесь и сувенирами. 2019 – год свиньи по восточному календарю, которая непременно принесет достаток и счастье. Пусть милая хрюшка возглавляет праздничный стол, а все гости на память вашего праздника унесут небольшие приятные сувениры. Это и копилки, и свечи, и магниты, и заснеженные стеклянные шары. Готовьтесь к Новому году заранее с магазином «Галамарт». Праздничная атрибутика, искусственные елки, игрушки, маскарадные костюмы и миллион полезных и приятных подарков. Праздничный стол сервируйте с новой нарядной и ударопрочной посудой. Закупайтесь на 7000 рублей и получайте в подарок куклу-оберег «Галамартовну». Магазин «Галамарт», ТЦ «Пассаж», второй этаж. На сегодня у меня все. Свежий апельсин смотрите ровно через неделю, в четверг после выпуска новостей. Я желаю вам приятного вечера. До свидания.